Идеи рознь. На Совете по предпринимательству молодой бизнесмен Тимофей Корягин представил изобретение для экономии энергоресурсов. Сейчас экспериментальная установка вырабатывает только 1 киловатт электроэнергии в час, но в будущем это могут быть и 50 киловатт, и больше, чтобы целое предприятие могло автономно работать, не вкладывая ни копейки. Источники электроэнергии – это те источники, которые не требуют постоянного закладывания дров в печку. То есть это ветер, солнце, недры, и энергия недр, вода. Значит, наша диагональная ветротурбина представляет из себя установку, которая принципиально отличается от всех существующих аналогов на рынке. При этом это самарское ноу-хау. Пока проект экономии электроэнергии еще требует доработки, и молодых предпринимателей решили прикрепить к бизнес-инкубатору, чтобы через несколько лет изобретатели могли продемонстрировать большие успехи. Так же, как и десятки бизнесменов, которые начали свое дело на базе инкубатора и воплощают их на практике. Есть идея, ее нужно воплотить, эту идею. Как это воплотить? У многих представление очень смутное. Вот сейчас мы занимаемся бизнес-идеей, конкурсом, и там очень много молодых людей из институтов, у которых, да, есть идея, как ее реализовать, они не знают. Может быть, одна из задач бизнес-инкубатора – это от идеи к прибыли. Количество малых предпринимателей в Самаре растет с каждым годом. Сегодня в этой сфере трудится около 85 тысяч человек. В столице региона действует целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Оказывается, консультативная помощь. Конечно, городские власти заинтересованы в том, чтобы этот потенциал всячески поддерживать, развивать и добиваться того, чтобы и количество рабочих мест создавалось больше на предприятиях этого типа, и условия труда формировались соответствующие, и, значит, отношения трудовые выстраивались таким образом, чтобы люди чувствовали себя защищенными. На заседании совета было заключено соглашение о сотрудничестве между горадминистрацией и Самарским отделением «Опоры России», одной из самых авторитетных организаций предпринимателей в нашей стране. Соглашение поможет сторонам эффективнее решать проблемы бизнеса в непростой экономический период. Марианна Мирна, Алексей Золотенков. События.